Кино на ТВ-РУС. Подождите, мужики! Ребят, что он натворил-то? Что ты пялишься на меня, скотина? Где тебя носит? Опять по бабам шлялся, алкоголик чертов. Ребятки, миленькие, я не знаю, что он натворил, но вы отпустите, пожалуйста. У меня просто нет возможности его из обезьянника выковыривать бесконечно. Ладно, выкупай мужика, иди вас не шевочу. Что значит выкупать? Да вы что, за что и деньги-то платить? Ну все, что есть. Что-то маловато за такого молодца. Спасибо. Я прям сам поверил, что я ваш муж. Спасибо, я завтра обязательно верну. Да иди уже! Что случилось, Вить? Что он натворил? Вы ему всю жизнь покалечите, ну не надо. Пожалуйста. Невезучая ты баба. Сейчас тебе достанется, тебе поленом по башке. Ты что пришел, что тебе надо? А, деньги принес, давай. Я, наверное, не вовремя, извините. Ну отдавай деньги и вали уже. Я вам не могу сейчас деньги отдать. В смысле, а что ты пришел тогда? Меня с квартиры выгнали. Вали давай отсюда, бесстыжая морда. Обалдели все. Алексей Зубков и Мария Куликова в фильме «Заезжий молодец». В воскресенье на ТВ-РУС.